Синхронный счет с синхронным переносом широко применяются в различных измерениях длительности самих сигналов. Для этого они отчитывают импульсы, так как кварцевый генератор свечения длительности входного сигнала. После окончания входного сигнала счетчики остаются под пропорциональной длительности этого сигнала. Рассмотрим пример практической схемы такого измерения. Работа схемы начинается по короткому управляющему импульсу, так, который сбрасывает счетчик в ноль и переводит систему в режим счета, разрешая прохождение сигнала стартового генератора на вход плюс один счетчик при положительном входном сигнале. С началом входного сигнала импульсы с генератора поступают на вход счетчика, и счетчик их считывает. После окончания входного сигнала поступление импульсов на вход счетчика прекращается. Триггер перебрасывает в исходное состояние и сообщает отрицательным фронтом на своем инверсном выходе о готовности выходного входа. Работа схемы возобновится по следующему импульсу старта. Выходной код N измерителя связан с длительностью входного сигнала T простым соотношением T равно NT, где T – период стартового сигнала. Абсолютная погрешность измерения не превышает величины плюс-минус t. Поэтому для уменьшения относительной погрешности измерение необходимо увеличивать частоту тактового генератора и увеличивать разрядность счетчика.